Как сообщает ТАСС.ру, Азербайджан запустил таможенный пункт Ханоба на границе с Россией. В церемонии открытия таможенного пункта приняли участие вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Аверчук и Шахин Мустафаев. Таможенно-пропускной пункт Ханоба на границе Азербайджана с Россией введен в эксплуатацию в пятницу. Об этом сообщило азербайджанское государственное информационное агентство «Азертадж». По его данным, в церемонии открытия таможенного пункта приняли участие вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Аверчук и Шахин Мустафаев. В апреле 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 2,2 миллионов долларов на строительство таможенного поста Ханоба на границе с Россией. Кроме того, было выделено более 17,6 миллионов долларов на реконструкцию автомобильной дороги между пропускными пунктами Ханоба и Самур. Как отметили в правительстве республики, запуск таможенного пункта, оснащенного современным оборудованием, позволит ускорить грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг», упростить процедуры пересечения границы, расширить транзитные возможности Азербайджана и полностью устранить случаи скопления очереди транспортных средств на азербайджано-российской границе. Когда же откроются сухопутные границы между Азербайджаном и Россией, вы узнаете в следующем видео.